И в продолжение темы. В 4-й городской больнице Тольятти открылся новый медицинский кабинет. Ремонт и современное оборудование уже успели оценить первые пациенты и наши корреспонденты. Это принципиально новый хирургический блок для проведения операций на лор-органах. Здесь созданы все условия, как для врача, так и для пациента. Уникальность операционной в системе вентиляции. Она поддерживает комфортный микроклимат. Абсолютная стерильность помещения снижает количество осложнений после операции. Главное, кто работает в этой операционной. А в этой операционной работают очень хорошие специалисты. И в связи с приобретением такого нового блока в данном отделении, вот, это практически чистая, так сказать, операционная, где все сделано автономно. Очистка воздуха, стерилизация. Это все уникально, это европейский уровень. Новое эндоскопическое и анестезиологическое оборудование, операционный стол и лампа. Депутаты губернской думы Евгений Серпер и Владимир Дуцев смогли привлечь дополнительные средства на закупку дорогостоящей медтехники. Сегодня замечательное событие. Открылся такой новый современный кабинет хирургический для оказания высококвалифицированной медицинской помощи. Мы будем делать все возможное, чтобы таких поводов было как можно больше, чтобы все больницы были оснащены, последнее слово, техники, естественно, укомплектованы врачами. В лор-отделении 4-й городской тольяттинской больницы проводится до 450 операций в год. Пациенты со всего региона. Вообще, я уже второй раз сюда попадаю. Так у меня сложились обстоятельства, что началось со стоматологии. Вот, удалили зуб, и начался гайморит гнойный. Чтобы мне сейчас еще не ехать на одну операцию, я ее сделала здесь. То есть как бы два в одном. Конечно, очень довольна. Самое главное, что уже на второй день сижу и разговариваю. Качество и доступность медпомощи – приоритетная задача для областных и городских властей. Модернизация и переоснащение ждет и другие больницы Тольятти. Ирина Лопатина, Андрей Костомаха, Новости губернии, Тольятти.